Мы продолжаем делать съемки из зала города Пушкина. И сейчас Алексей Борисович покажет очередные некоторые свои наработки, которые он применяет в обучающем процессе своих учеников. Выигрывать тренировки можно не только хорошими, сильными, мощными бросками, но ловить соперника, ловить можно чем? Подсечками. Подсечками, конечно. Это наш конечек. Начнем самую простейшую, учекобик. Я ловлю нож. Ловлю шаг. Что такое подсечка? Подсечка, если стоит человек по ширине, у него есть центр тяжести, немножко нож вперед и приподнимись. Да. Мы убираем одну из опор, чтобы его центр тяжести обратили. Самое простое дальше барай. Подсечка бутовая. Ловим. Ловим шаг. Минуточки, наверное, достаточно.